Всем привет, это ток-шоу «Продвижение», меня зовут Павел Каштанов, и сегодня мы поговорим о манифесте молодежи Ульяновской области. Эта тема широко обсуждалась в интернет-сетях, и сегодня мы решили поговорить о ней в студии Первого молодежного телеканала. У нас в гостях... Я, наверное, немножко противоположную точку зрения выскажу. На мой взгляд, во-первых, не совсем понятно, что это за социальная группа, такая молодежь, да? Но есть, например, молодые предприниматели, у них свои интересы. Есть молодые общественники, их интересы совершенно иные, да? И как-то унифицировать вот все это многообразие в рамках какого-то одного документа, вот, коль ты говоришь об идеях, да, но идеология у каждого своя. Я понимаю, когда есть манифест у той или иной общественной организации, например, у ЦСКП, но манифест всей молодежи, там, не знаю, к примеру, манифест всех пенсионеров, может быть, мы следующий там шаг сделаем, напишем. По-моему, это немножко идеологизированное и несколько напоминает вот Советский Союз, я думаю, в плохом контексте. Такой вопрос, вот вопрос реализации, да, этого манифеста. Вы сказали, что нужно собрать заинтересованную группу людей, да, молодых, но, в принципе, вы же не сможете охватить номинально всю молодежь, правильно? Вы же не можете выразить интерес всей молодежи. Вот как Дмитрий сказал, вот кто-то там будет действительно вести этот манифест, а кто-то будет пить ягуар, да, но это очень, на самом деле, утрировано, потому что найдутся действительно люди, кто, может быть, не будет разделять эти ценности, но это не значит, что они пойдут там пить ягуар, условно, да, просто у них могут быть какие-то другие взгляды. Поэтому еще третий момент вот по поводу определения социальной группы молодежи. Да, ну, кто-то и там и в 20 лет уже достаточно самодостаточный человек, да, он зарабатывает себя, полностью обеспечивает. Кто-то и в 40, извините, там совершенно в жизни не нашел себя. С мамой живет. Да, поэтому здесь очень сложно определить. Есть только возрастной критерий, но мне кажется, это не совсем целесообразно.